Привет, меня зовут Вероника, очень рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим о купальниках, долгожданное видео. Я решила, что некуда уже тянуть, нужно делиться с вами, чтобы вы успели заказать до лета то, что вам понравится, а вам точно что-то понравится, потому что сегодня будут очень классные модели, все они будут с Алиэкспресса, и более того, каждая из этих моделей стоит меньше 1000 рублей. Абсолютно бюджетные находки, ни в одном магазине вы такого не найдете, но качество превзошло все мои ожидания, и я думаю, что хватит уже тянуть, давайте мы с вами начнем смотреть. Первый купальник, который я вам покажу, в очень красивом зеленом оттенке. Я еще в прошлом году, честно говоря, хотела его заказать, и что-то не решалось, но он настолько идеально сидит. Тут очень плотная такая ребристая ткань, в лифе тут были чашки, но я их вытащила, это можно легко сделать, если вы захотите. Все тут регулируется, вот здесь вот наверху бретельки, сбоку также регулируются размеры, но, кстати говоря, насколько помню, у меня это размер S, да, это размер S, то есть самый маленький из всех возможных. Очень много разных расцветок на сайте было, но меня покорило именно вот это, и они настолько идеально сидят. Трусики тут на высокой посадке, лиф подчеркивает все, что нужно, и, в общем-то, из всей подборки, которую я вам сегодня покажу, наверное, это мой самый любимый купальник. Тут не было ни одной торчащей ниточки, все швы абсолютно ровные, ничего не вылазит, я имею в виду, что швы какие-то, изнаночная сторона очень часто вылазит в каких-то купальниках с Алиэкспресса. Тут все просто идеально, и они смотрятся также красиво и спереди, и сзади, очень хорошо сидит лиф. Мне кажется, что это такой купальник, который будет хорошо сидеть и на миниатюрных девчонках, и на ком-то побольше, потому что он очень красиво подчеркивает фигуру и за счет высокой талии скрывает какие-то недостатки, если это можно назвать недостатком, какой-нибудь там живот, еще что-нибудь, ну, в общем-то, все мы к себе придираемся, и вот этот вот купальник, он как будто делает вашу фигуру еще лучше, чем она есть на самом деле. Сзади тут вот такая вот застежка, очень хорошая, вся фурнитура в серебряном цвете, и это тот купальник, который я вот на 100% могу вам порекомендовать. У него очень много было заказов, и, в общем-то, я почитала отзывы, абсолютно все покупатели там довольны, и я надеюсь, что если вы закажете это по моей ссылке, то вы тоже будете довольны своей покупкой. Следующий купальник довольно необычный, покажу вам его по частям. Это трусики на высокой посадке, тоже вот так выглядит перед, вот так они выглядят сзади. Тут также регулируемые завязки вот такие вот по бокам, и лиф тут выглядит, сейчас покажу вам как, в общем, вряд ли вы что-то поймете, когда я держу это в руке. Тут треугольные чашки, также, кстати говоря, есть внутри подклад, как называется, пролом, но его можно вытащить, то есть здесь есть дырочка для этого, и очень-очень длинные такие завязки. Это носится таким образом, что вы обвиваете вот эти вот завязки вокруг талии, они ее подчеркивают, выглядит очень классно, очень эффектно. И мне прям очень понравилось, я все переживала, что на моей фигуре это будет сидеть не очень хорошо, и нужна прям идеальная фигура, знаете, с прессом, с красивыми бедрами и так далее, но на самом деле я ошибалась, поскольку мне нравится, как он на мне сидит, и мне кажется, что это прям очень эффектно, на пляже вы будете обращать на себя внимание, и тут такой оттенок, который будет очень классно смотреться на загорелой коже. Я, в общем, полюбила этот купальник тоже, он хорошо сшит, то есть здесь никаких ниточек, ничего такого нет, я, по-моему, даже ничего не обрезала, очень длинные вот эти вот штучки, единственное, вот здесь вот краешки, то есть они не очень хорошо обработаны, вот здесь вот, но это на самом деле не видно, и это такое, знаете, если придираться, то окей, но в целом мне нравится, и, наверное, вот треугольный тип чашек, такой классический, мне кажется, что всем этот купальник подойдет. Главное, когда вы завязываете вот эти вот завязки на талии, не слишком сильно затягивать, потому что тогда будет казаться, что ваша фигура перетянута как сарделька, и будут какие-то лишние складки, даже на идеальной фигуре, в общем, тут надо не перестараться. Кстати, этот купальник я взяла в размере S, как и все купальники, которые будут в сегодняшнем видео. Имейте это в виду, я обязательно напишу свои параметры внизу, если вдруг у нас с вами похожая фигура, ну или просто чтобы вы понимали, как этот купальник будет сидеть на определенном росте и на определенных параметрах, я все оставляю внизу. Следующий купальник довольно яркий и необычный, в общем-то, поэтому я его и заказала. Такая вот у него расцветка, мне кажется, морская, и мне нравится подобие леопардового принта, но знаете, это такой не классический, а именно цветной.
Мне понравилось также то, что тут лямки с такими вот сборочками, то есть они обтянуты тканью в цвет. Застежка тут тоже вот такая вот серебряная, кстати, похожа на ту застежку, которая была в первом купальнике. Но в первом купальнике в зеленом тут была широкая часть на груди, а тут она вот более узкая. Вот, ну и тут, соответственно, уже ничего не регулируется, то есть все обтянуто тканью, но мне кажется, из-за того, что резинка довольно эластичная, тоже можно от S до F. Этот купальник нигде не давит, все очень комфортно, я на самом деле не люблю, когда есть лишняя фурнитура. Да, это возможность регуляции, но в любом случае, когда ты надеваешь что-то металлическое, это вот здесь может давить на плечах, также металл очень сильно нагревается на солнце. Трусики сделаны по такому же принципу, что и лифт, то есть это та же самая ткань. И сбоку, опять же, вот такие вот резинки с обтянутой тканью, то есть небольшие сборочки. То есть вот так выглядит он спереди. И сзади, знаете, вот эта вот полоса посерединке, которая визуально увеличивает ягодицы. То есть на ягодицах этот купальник сидит прям вообще бомбически, он их визуально округляет. И, в принципе, мне он нравится. Мне кажется, что он даже тоже подходит для загара, то есть он довольно такой минималистичный. Все также хорошо прошито, я этим купальником довольна на все 100. И, честно, вот я не ожидала на самом деле, что такое большое количество купальников из всех, что я заказала, мне понравится, потому что у меня бывали разные опыты с AliExpress, и хорошие, и не очень. Следующий купальник тоже с яркой расцветкой. Я на самом деле люблю все такое, знаете, в китайском стиле, с драконами, тут есть еще также цветы. Как вы видите, это очень высокая посадка. Вот так они выглядят сзади, вот так вот они выглядят спереди, вот так выглядит вверх, и тут вообще нет фурнитуры, нет никакой регуляции, то есть тут просто вот такие вот лямочки, они неплохо тянутся, но не прям так сильно, и сзади тоже нет фурнитуры, то есть это вот как топик. Кстати говоря, я сейчас подумала, что в принципе вот именно вот это вот можно носить правда как топик, потому что сейчас вы знаете топы на пике моды, и даже просто с жакетом надеть, мне кажется, будет здорово смотреться. И тут широкая часть вот здесь, вот на груди. Мне очень нравится тоже, как он сидит. Он делает фигуру какой-то более миниатюрной, что ли, наверное, из-за того, что талия достаточно высокая, и вот самые объемные места, они скрываются с помощью вот этой высокой талии. Мне прям понравился этот купальник, понравилась его расцветка. Опять же, очень хорошо он шит. Кстати говоря, почти все швы тут скрыты, то есть они находятся внутри. Тут тоже есть чашки, но их не так-то просто достать. То есть если вы захотите эти чашки отсюда достать, вам придется самостоятельно вот здесь распарывать, но я их не достаю, потому что тут черная такая плотная ткань, благодаря которой даже очертания этих чашек не очень-то видно, и мне они не мешают, мне кажется, что они даже визуально как-то приподнимают грудь. Я решила, что я их оставлю, и это купальник тоже, которым я очень довольна. И, девчонки, обязательно заходите по ссылкам на эти купальники, которые я оставляю внизу, потому что есть очень много еще разных цветов. Возможно, вам просто не понравится расцветка, которую я показываю. Переходите по ссылке, вы можете выбрать свой цвет, потому что сидят они вот прям изумительно. Мне очень нравится, правда. Далее я вам покажу единственный купальник, которым я недовольна на 100% прям. Это вот такой вот топ с шахматной клеткой. Он тоже сделан по тому же принципу, что и предыдущий. То есть здесь достаточно широкая часть внизу. Он также без всяких застежек, тут просто лямочки. И вот так вот выглядит низ. Так, где тут вверх, где тут вниз, непонятно. Так, все, да, верно. Вот так выглядит низ. То есть такая трендовая модель с шахматной клеткой. И сейчас я расскажу вам, почему мне не понравилось. Потому что, смотрите, когда вы надеваете этот комплект, вот здесь вот наверху, где трусики, вылазит подклад. То есть его очень видно, и только если как-то пришить самостоятельно или постоянно самостоятельно это все дело поправлять, окей, но в целом, нет, я такие модели не очень люблю, где что-то там не так, что-то нужно поправить, хотя посадка у них, конечно, хорошая. И то же самое сверху с топом, вот здесь вот посерединке он постоянно как-то странно сборится, образует какую-то непонятную морщину, то есть ее тоже нужно выправлять, и то она постоянно, в общем, сползает в свое изначальное положение. Это вот такие вот его минусы. Из того, что мне еще не понравилось, то, что на сайте у него была более теплая расцветка, мне не очень идут вообще вот такие вот прям холодные цвета. На сайте он был такой тепло-бежевый, а по факту пришел какой-то зелено-желтый, белый с синим. Ну, в общем, у него такой холодный оттенок, который совершенно не идет моей коже. И, наверное, вот этот купальник я бы не рекомендовала, потому что он не сидит так, как я хотела. Хотя его принт меня свел с ума, и я решила, что почему бы и нет в этом сезоне быть самой трендовой даже на пляже.
Ну вот, в общем, вот так вот выглядит этот купальник. Не знаю, вот его я, наверное, не рекомендую вам заказывать, хотя, ну, изначально мне казалось, что у него будет очень хорошая посадка, и он будет классный в жизни. Еще один купальник, который я хочу вам показать, это просто идеальный вариант, чтобы загорать, потому что он очень минималистичный. То есть, как вы видите, тут чашки с треугольниками, золотая фурнитура, также есть регуляция и бретелей, и вот здесь вот по спинке. Все прошито хорошо, аккуратно, подклад никак нигде не вылазит. Также тут есть чашки, но опять та же история. Чтобы их оттуда вынуть, вам обязательно нужно распороть и зашить самостоятельно, потому что никакого отверстия для чашек тут, в общем-то, и нет. Но я эти чашки не вытаскиваю, мне кажется, они, наоборот, сидят очень классно. И, в общем-то, вот такой вот тут верх. Сейчас покажу вам низ. А низ выглядит вот так вот. То есть это прям совсем минималистичные трусики. Они идеально, как я уже сказала, подходят для загара. То есть тут совсем мало тканей и спереди, и сзади вот так вот они выглядят. Совсем тоненькие вот здесь вот, как называется? В общем, боковые резиночки очень тоненькие. И вот сейчас вы видите, да, я специально не стала срезать. Тут совсем чуть-чуть есть ниточки. Но если их срезать, все прекрасно, идеально выглядит этот купальник. Как вы уже поняли, это абсолютно удачный улов, и я прям на 100% довольна. Я правда не ожидала, что с AliExpress могут приходить настолько классные купальники. И самое крутое, что там настолько много разных вариантов, расцветок, много разных моделей, гораздо больше, чем бывает в тех же стационарных магазинах. И я, когда захожу, допустим, тот же Encanto, Intimissimi, я вижу, что там верх стоит 3000, низ стоит 3000, итого 6000 за купальник, а тут меньше, чем за 1000 рублей вы получаете просто идеальный купальник. Я, честно говоря, в шоке, я надеюсь, что вам это видео понравилось, что вы что-то присмотрели для себя. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, следите за моим профилем, за тем, как я стильно стилизую, в общем, как я стилизую какие-то вещи. Также очень часто я запускаю какие-то марафоны, где мы с девчонками вместе худеем, так что добро пожаловать на канал, если вы тут впервые, и обязательно подписывайтесь. Если вам это видео опять же понравилось, ставьте ему лайк. Пишите в комментариях, какие купальники вам понравились больше всего. Ну, а мы с вами совсем скоро увидимся в новом ролике. Пока-пока!